Воно, о, тут речить. Тут речить. Це що було? Що ти говориш? Молодець, молодець, хоч ти поречи, да. А то всі дрихнуть і все. Голос такий. Молодець, молодець. Там. Іди сюди. М'ясо хочу. Нема м'яса, хай звеня. Та вон у них м'ясо лежить, воно. Зьовка, це зьовка. Красавець, красавець, да. Білий лев, ти що, це ж рідкість? Так. Де они таких взяли? Вот так, да, да. Взяли. Будет он. Голос экстрюмбы такой. А ну еще рыкни, рыкни. Рыкни. Это как тигр. А ну еще рыкни, рыкни. Давай. Давай. Да не издевайся над ним. Вот так, молодец, молодец. Молодец, послушный. Ну тебе дать нечего, сказали, вас не кормят. Мы с мясом. Так вон мясо. Вы кроме мяса ничего не жрете. Готово, наверное, жерлась и спят. Да хватит спать, рыкни давай. Эй, сейчас этот заснет. Давай. А я корову увидела. Давай. Смотри, смотри, смотри. Вот так, молодец. Мама. Давай. Это сначала. Давай. Я бачу. Давай. А ну, Валя, ты же их на языке. Да, так страшно. Ого. Да а ну, давай, давай я тебя сниму. А ну, я хрипла. Нет, ты как ночью ты делаешь. Вот так. Голос вообще страшный. Ну, давай. Як издалека. Хоть спать. Давай пошевелись. Це вони на жерлися сплять, так як і я, наїмся і все.